Всех приветствую. Добро пожаловать на канал. Всех поздравляю с Новым годом и с Рождеством. Начинаем Новый год. Начнем его с зимней рыбалки. Сегодня нахожусь на подмосковном пруду. Со мной сегодня Саня. Саня, тут здорово. Я. Всех с Новым годом. Да, вот. И еще один Саня там, чуть подальше. В общем, сегодня попробуем половить окуня. Будем ловить на зимние блесны. Вот, здесь есть еще щучка. Возможно, она тоже попадется. Так что погодка прям кайф. Морозец, солнышко. И здорово находиться на природе. Будем начинать рыбалку. Так что не переключайтесь и смотрите, что из этого получится. Ну что, пробуем бурить лунки. Мороз 20 градусов. Попробуем сегодня. Камера, не знаю, как вырубится, не вырубится. Опа! Хорошая такая глубина-то. Уже льда. Сюда. Так, есть. А, сейчас здесь наткнемся. Пойдем пробовать. Где моя тут удочка? Блесенка. А, тут не глубоко. Слушай, ну это хорошо, что есть какие-то коряги, значит, рыбы-то таких мест обычно и держатся. Не факт, что это будет первая лунка. Опа, есть. Вот он. Первая кунишка. Спасибо. О. Ну, окунишка первый. Мелкого, открыться. Так, на свеженькую лунку пришел, там что-то один клюнул и все. Самый бодрый. Вот он. Есть еще один. Так. Ну что, по одному окуню. Как-то это. Пузатые уже, с икрой. Они сразу, да, от нерестятся, сразу икру набирают. Еще одна свежая луночка. Пробуем.
Пока только один окунь с лунки. Ну, такое себе, конечно. Достал другую удочку, попробуем ей половить. Это MF Max Fishing Ice Pro называется удочка. Балайченцев такие удочки делает, телескопическая. Ну, сейчас попробуем. И блесенка там покрупнее, попробуем половить на нее. Сейчас пока здесь покидаю. Может, соберем что, другая блесна все-таки. Марапетка. Есть. Поменял блесенку, поменял удочку. Новая дырка и есть окушок. Совсем малявка, правда, но что поделать. Куда себе? Вот такой карапуз. Пробуем еще. Щучка! Сань! Хорош! Погоди! Погоди, погоди! О, ну прикольно! На балансир, да? Цеплю. О, смотри, нажористая. Хорошая. Сейчас на солнце так. Щучкенция. Да, толстенькая, кушает. Буквально второй взмах. Тук, есть. Хорошая поклевка, да? Да. Ну, супер. Надо опробовать этот, как называется. Очередная луночка. Ищем окуня. Продолжаем. Погодка радует. Морозит, солнышко. Мороз не сильно кусачий, в принципе, вот сейчас без перчаток побурил, руки согрелись. О, опа, оп, о, ах ты, сошел, что-то похоже на щучку было, мне кажется, это щучка была маленькая, я не подсек. Саня взял камеру с собой, он сегодня ловит на мормышку и с подсадкой мотыля. Хоть как-то окунек еще поклевывает там. По два, по одному. Плотвичка попалась ему. Сейчас посмотрим. Да, из-за солнца еще мешает сильно. Но чистая, видно, вода. В тот раз мы были, прям камеру опускаешь, окунь любопытный, он прям подходит сразу. Ага. Отовсюду прям стая. А, вот ты опустил, вижу дно. Ага. Да, на дно ставлю, вот видно.
время перекуса. Да, чайку попить. О, что-то хорошее. Чуть-чуть. Во-во-во-во, это щучка. Ай-яй-яй. Да. О. Саня, там нормальная рыба. А, щуку по-любому. Ага. Сейчас откусит. Опа. О! Вот это красава, гряди. Блесна вообще где? Ё-моё. Вообще в шахте. Сейчас я ее покажу. О, на котешечку. Щучка. О, красавица. Надо, да. Че? О, операция. О, проколола. Какая операция? Тебя проколола? Ага. Слушай, как я ее вытащил-то, она... Заглотила полностью блесну. Вот такая щучка. Друзья, уже подмерзла. Мороз на улице не детский. Ну, для зимней рыбалки это достойный экземпляр. Поборолась она так, отматывала прям супер вообще. Надеюсь, на камере все запечатлил. Вот такая вот. Поедет домой на уху. Ну что, друзья, буду заканчивать свою рыбалку. В общем, получилась она довольно неплохой. Поймал сегодня щучку такую прям приятную на зимнюю блесну и на зимней удочке. Я считаю, что это хорошая такая была рыбка. И поборолась отлично, и прям ощущения супер были. Вот. Окунек сегодня не очень клевал, но так удалось в начале рыбалки поймать немножко. И... Там какие-то невнятные поклевки. В общем, 3 штуки я поймал сегодня. Так, с окунем не очень дела. Но в целом рыбалка мне понравилась. Было много щучьих поклевок. Одну блесну мне откусило. Вот. Так что я считаю, что для Нового года зимняя рыбалка, так скажем, это более-менее у меня такое нормальное открытие. Я еще в этом году, можно сказать, не был на льду. Так что это один из первых таких выходов более-менее. Так что... Надеюсь, вам тоже понравилось. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И до новых встреч. Пока-пока.